страны Евразийского экономического союза создадут общий электроэнергетический рынок. Глава профильного ведомства Булат Акчулаков на заседании Мажилиса парламента Казахстана рассказал, какой экономический эффект может принести ратификация соответствующего протокола. По его словам, ожидается принятие новых правил, которые позитивно скажутся на экономике нашей страны. Он также добавил, что формирование будет проходить путем интеграции национальных рынков электроэнергии Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. При этом будет соблюдаться баланс экономических интересов производителей и потребителей. Кроме того, специалисты создадут условия для сотрудничества на основе равноправия, взаимной выгоды и не нанесения финансового ущерба любому из государств-членов. Здесь экономический эффект в том, что мы усиливаем устойчивость работы энергосистемы Казахстана за счет того, что будут правильные, ясные правила, разработанные по взаимодействию с приграничными государствами, членами Евразийского союза. К росту цен напрямую это не приводит, потому что здесь описываются правила, то есть взаимодействия.